Совсем скоро наступит череда праздников. Сагалган, День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Естественно, встает вопрос о выборе подарка. Мы находимся на Ленина, 24. Здесь, в здании магазина «Все для женщин», есть место, где можно купить не просто памятный подарок, но еще и вкусный. Сейчас покажу. Это магазин шоколадной фабрики «Улан-Са». Уже 8 лет здесь производят и продают сладости с бурятскими мотивами. Источников вдохновения масса – наша природа, культура, а также старинные рецепты. Все это умелые кондитеры воплощают в современной упаковке. Совсем недавно на прилавках появилась специальная коллекция к празднику Белого месяца. Это наши конфеты, называются айрашки. Конфеты корпусные с сыром пармезан. Вы сейчас попробуйте, очень нежный вкус. Наши клиенты, когда пробуют, они говорят: очень напоминает детство, очень напоминает собой эрек, это сушеный творог. Попробуйте. Супер вкусно. Вкусно, потому что сделано у нас в Бурятии из качественных премиальных продуктов. Такой подарок не стыдно отправить близким в другой город или в страну. Конечно же, к подарочкам, к Сагалгану относятся конфеты Бузы. Знаете, это наш, получается, самый главный флагман. Конфеты в форме Буз, в упаковке в виде позницы, такой двухъярусной. Тоже, знаете, вот после того, как Бузы поели, поставили на стол такую позницу и удивляете своих близких. Конфеты Бузы, например, можно купить поштучно. Продаются и целые подарочные наборы. Не только к Сагалгану, но и к другим праздникам. Шоколадки в камуфляже, десерты в виде символа года, конфетки-сердечки и много других вкусностей. И сейчас в нашем ассортименте более 30 уникальных наименований сладкой продукции. В ассортименте плиточный шоколад, допустим, шоколад с контуром Байкала, шоколад Тайга с сосновыми шишками, различные шоколадки с наполнениями, корпусные конфеты с такими прекрасными названиями, как тынгэри, хампетки, волна Байкала, айрашки, нефритовый шоколад. Можно мне, пожалуйста, айрашки, шокобузы и колбасу? Спасибо большое. Ну вот, я к праздникам готов. Ну а вы? Напомню, Ленина, 24, в здании магазина «Все для женщин». С вами были Александр Зуев, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ.